В Башкортостане в инфекционных госпиталях от коронавируса лечится более 200 детей. Об этом в рамках брифинга сообщил заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Максим Забелин. На сегодняшний день инфекционные отделения для детей открыты на базе Республиканской инфекционной больницы инфекционных госпиталей республики. Но, кроме того, развернута реанимация для новорожденных, где на данный момент находится 12 младенцев до 1 месяца с подтвержденным коронавирусом. По данным Республиканского Минздрава, участились случаи тяжелого течения болезни среди детей. Но, кроме того, новая волна COVID-19 в том числе обусловлена выходом школьников с летних каникул. Всплеск осенней нашей заболеваемости, четвертая волна, мы в первую очередь связываем действительно с распространением среди детского населения, которое является источником передачи и бессимптомного течения заболеваемости. Действительно, в этот период у нас штамм вируса мутировал. Если раньше в первую, вторую волну, это 20-го, начало 21-го года, дети у нас в подавляющем большинстве, то есть более чем 99% болели бессимптомно, либо в легкой форме. По словам Максима Забелина, заболеваемость среди детей продолжает расти, поэтому в России планируется прививать подростков от COVID-19. На сегодняшний день завершается работа по выпуску вакцины от коронавируса для детей от 12 лет. По данным республиканского Минобра, на дистанционку на данный момент переведены учащиеся почти 700 классов в 240 школах региона. Кроме того, с 4 октября на дистанционный режим переведены организации доп. Образования.